как сказал один мой знакомый администратор, цветочки надо отрабатывать. Значит, Визбора просьба. И знаете, что мы еще забыли спеть? Молодцы. Мы каким-то фантастическим образом забыли спеть за главную песню. И вот сейчас вот это вот будут наши две финалочки. Первая песня — это Ада Якушева, Юрий Визбор. «Да обойдут тебя лавины». Да обойдут тебя лавины в непредугаданный тот час. Снега со льдом наполовину лежат, как будто про запас. По чью-то душу, чью-то душу, но я клянусь, не под твою. Тебя и годы не задушат, тебя и горы не убьют. Ты напиши мне, напиши меня, не поленись и напиши, какие новые вершины тебе видны среди вершин, и что поделывают зори твой синий путь, переходя, и как Донбай стоит в дозоре, подставив грудь косым дождям. Тепло от твоего плеча. Вот четырьмя крестясь лучами горит в ночи твоя свеча. Дожди пролистывают даты, но видно мне, и сквозь дожди стоишь ты грузный, бородатый, и говоришь, не осуди, да пустяки, такое дело, и осужу, не осужу. Мне б только знать, что снегом белым еще покрыто сафруджу. Мне б только знать, что смерть не скоро, и что прожитого не жаль, что есть еще на свете горы, куда так просто убежать, что есть еще